Вы хотели бы во всем быть первой? И как вы относитесь к тому, что вы не первая? Откровенный разговор с Татьяной Пушкиной. Я абсолютно счастлива, потому что я живу с очень великодушным человеком. Она очень ревностно ко мне относится. Я это чувствую. Ревную я, когда есть повод. Ну хорошо, изменил, да, разлюбил. Потом оказалось, что все равно еще любит. Пришел снова. Несколько раз расставались, потом опять сходились. Ну, прям итальянские страсти. Я никого не уводила. Вдруг он мне говорит: Лилиана, я хочу, чтобы ты была со мной, была моей. Я вдруг поняла, что я буду люблю. По-прежнему. О, все, стоп. Две истории любви одного мужчины. «Две жены». Премьера. В субботу в 11:20 на канале «Россия».